Ну не все, наверное, знают в Украине, кто такой Борис Шпигель. То есть для тех, кто не знает, один из самых богатых людей России, который занимается фармацевтической промышленностью, да? Да, ну не как бы один из и на Украине в России много слава богу богатых людей, они должны быть. Но я бы сказал, что в большей степени он меценат, человек, который вы знаете, не было бы Шаляпина, если бы не было Савы мамы. Конечно. Без этого нельзя говорить. Мы артисты, мы, же, мы как дети. Мы не понимаем э, какие-то проблемы, связанные с э, тем, как должно состояться и все срастись, чтобы мы стали артистами. Наше дело учить ноты. То есть хорошо, что он появился, да? Да, я благодарен. Если Богу, бы его не было, и... могло бы все не так обернуться. Да, себя. могло бы не так обернуться и сложиться. Но, наверное, это судьба, потому что я встретил его, и он встретил меня, и то, что он стал моим продюсером, для меня это большое счастье. Когда всегда я говорю со сцены, когда он присутствует в зале, что это человек, который мне подарил моих поклонников. И я буду помнить это до конца последнего своего ну, выдоха. Кроме поклонников, он подарил еще и самое дорогое, что у него было, да. свою дочь. Но это было очень тайно, об этом как никто это, как не это знал. Как это получилось вообще? Мы познакомились, когда я пришел домой, по творческим делам. И это настолько было как-то я не знаю, как это, естественно... Не было умысла. умысла, привяжу к себе спонсора, вот, окручу его дочь и так далее, как говорят а многие можно... зависимые. Нет, а разве можно окрутить? Разве можно жить с человеком, не любя его? Ну, с такой внешностью окрутить можно, я думаю. Ну, моя а жена вот даже... тоже очень красивая, красивая женщина. Безусловно. И, э, как бы, когда мы стали встречаться, дело же не только в красоте э, как бы внешней, снаружи. Дело, дело во даже вообще не в ней, наверное. Да. Наверное, во внутренней, и мы не будем говорить. Многие молодые люди могут это не понять, но я думаю, что более взрослое поколение поймет мои слова. Как бы там ни было, если человек не любит, он мучается в любой ситуации. А мы полюбили друг друга, мы были счастливы. Я помню, был такой момент, когда он был вообще против наших отношений. Отец Светы, да? Он, да, он возмущался, потому, что в нашей семье не может быть артистов. И э, как раз пришло предложение тогда э, с Universal компании, чтобы я уехал э, э, в Европу на 7 месяцев, чтобы со мной работали разные люди, чтобы мы сделали правильный э, продукт на Запад от России. Э, и он, кстати, сказал, что Басков уезжает на полтора года. И слава богу типа вот так да она сказала что как моя жена будущая сказала что если я перешагиваю э, границу то в, в, она перешагивает ее, ее вместе со мной и э, она сказала что нам ничего не надо как бы все но он понял я понимаю своего тестя потому что он волновался но ну, а сколько могло бы быть таких э, молодых э, очаровательных парней, которые с удовольствием бы, как вы говорите, решили постигнуть... Увидев такого теста... Увидев такого теста. Но, и, слава богу, мы уже пять лет вместе.